Великий армянский воин на ринге, непобедимый Марат Григорян, в очередной схватке с непоколебимым Ситичем Сицем Пенонгом, на токийской арене ВАН 165, нанес противнику сокрушительный удар в третьем раунде. Это была героическая победа. Лишь однажды до этого Григорян сталкивался с подобной ситуацией, и эта победа была для него особенно значимой, так как открывала путь к титулу чемпиона ВАН FC в легком весе и предоставляла возможность взять реванш за поражение от Чингиза Алазова. Это сражение не было похоже на все остальные между этими двумя титанами, поскольку на этот раз один из них имел огромное превосходство. Первый раунд начался в напряженной борьбе, но уже со второго раунда Григорян перехватил инициативу и отправил тайца в нокдаун, но судья заметил нарушение со стороны Марата. В третьем раунде армянин продолжил наступать и отправил Ситичей в нокаут мощной серией ударов в корпус. Великий армянский кикбоксер, трехкратный чемпион Глори, с самого начала схватки начал демонстрировать свою мощь и агрессивность, заставляя своего противника держаться на расстоянии. Он обрушил на него град ударов, вынуждая его защищаться и наносить удары на расстоянии. Его соперник Ситичей, обладатель 8 чемпионских поясов по кикбоксингу и тайскому боксу, также демонстрировал свое мастерство, нанося точные и мощные удары по Григоряну. Когда наступил решающий третий раунд, великий Григорян продемонстрировал свою непобедимость, быстро расправившись с противником, нанеся сокрушительный удар по корпусу и повергнув его на пол ринга. Ситичей был не в силах подняться на счет рефери, и бой был окончен. Таким образом, счет в их противостоянии стал 2-4 в пользу Григоряна. Великий боец стал еще на шаг ближе к своей заветной цели, бою за звание чемпиона мира по кикбоксингу.